Вас приветствует Алена Арис. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые ваши вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию внизу под этим видео. А сейчас узнаете, что неожиданно случится. Неожиданно, девочки, приедет, примчится какой-то мужчина. Вот две карты выпали сразу. Мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами, скорее всего, помладше вас. И примчится он прям неожиданно для вас. Вот что случится неожиданно. Что еще неожиданно случится? Опять две карты. Да что такое, девочки? Какая-то женщина еще. Женщина, у которой любой оттенок волос от светлого до темного, с голубыми или зелеными глазами, скорее всего, постарше вас, ну или ровесница. И мужчина сильный, властный, тоже постарше вас. Вот я вижу мужчину и женщину, которые тоже, можно сказать, к вам спешат. С чем же они к вам? Девочки, с какими-то разговорами они к вам. Да, ну вы как-то не сильно им рады, собственно, да, то есть вы как-то закрыты по восьмерке мечей и не очень сильно хотите, видимо, с ними общаться. Вот, ну а мужчина мчится к вам навстречу с чувствами.